Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алекс Коротков. Сегодня мы с вами распакуем несколько замечательных комиксов, над которыми работал Алекс Росс. Распакуем, посмотрим, полистаем, ставьте лайк и начинаем. Первым комиксом от Алекса Росса в моей коллекции стал «Терминатор. Выжженная земля». Комикс уже давно распакован, поэтому пропустим его. Открывать сегодняшнюю распаковку будет мини-серия «Чудеса». Комиксы были изданы в 1994 году издательством Marvel Comics. Над сюжетом мини-серии работал Курт Бьюсик, рисовал Алекс Росс, редактировал Маркус Маклорин. Данная четырехсерийная история разворачивается в период с 1939 по 1974 годы и показывает взгляд на супергероя вселенной Марвел с точки зрения обычного фотокорреспондента Фила Шелдона. Как вы можете заметить, художественные работы Алекса Росса выделяются своим уникальным ультрареалистичным стилем. Персонажи максимально похожи на живых людей. Их костюмы выглядят так, словно они выполнены из привычных для обычных людей материалов и могут без проблем быть сшиты в домашних условиях. «Чудеса» получили множество наград и дали мощный импульс для взлета карьер Курта Бьюсика и Алекса Росса. Иллюстрации наполнены деталями. Если вы видите в кадре, как супергерой пролетает над домом, то в нем скрупулезно будет нарисована каждая окошечко, а на небе будет прорисована каждая тучка. Следующей книгой комиксов сегодняшней распаковки будет «Царство небесное». Комиксы были изданы в 1996 году издательством DC Comics. Над мини-серией работали Марк Уэйд и Алекс Росс. Комиксы были нарисованы Алексом Россом и раскрашены с использованием гуаши. Серия из четырех выпусков рассказывает о противостоянии в альтернативной вселенной DC постаревших участников Лиги Справедливости против молодого поколения супергероев, потерявших моральные ориентиры и сопоставимых по своей жестокости со злодеями. Иллюстрации, так же как и в предыдущем комиксе, шикарны, обладают большим вниманием к деталям и выполнены крайне реалистично. Распакуем и полистаем две книги с комиксами ограниченной серии 1999 года «Земля X». Серия была издана Marvel Comics. Сюжет написал Джим Крюгер с использованием заметок Алекса Росса, а нарисовал Джон Пол Леон.
серия представляет собой антиутопическую версию вселенной Марвел. Сюжет комиксов лихо закручен и переплетает между собой множество известных персонажей. Завершает сегодняшнюю распаковку «Справедливость». 12 выпусков ограниченной серии издавались DC Comics в период с августа 2005 по июнь 2007 года. Сюжет написали Джим Крюгер и Алекс Росс. Иллюстрации выполнили Алекс Росс и Дуг Брейтвейт. Серия рассказывает о том, как команда суперзлодеев пытается спасти мир в соответствии их видению и дискредитировать Лигу Справедливости, считая, что супергерои не способны спасти мир от грядущей угрозы. Между командами героев и злодеев завязывается эпичное противостояние. Графический комикс выполнен великолепно. С точки зрения визуального стиля, «Справедливость» считаю одной из красивейших работ. Рад, что эти прекрасные книги комиксов пополнили мою коллекцию. Надеюсь, вам было интересно провести со мной время. Оставайтесь со мной, впереди много интересного контента. Не забывайте ставить лайк, подписку, если еще нет, и оповещение о новых видео. Так вы всегда сможете смотреть все первыми. До встречи, друзья. Всех обнял, ваш Алекс.